Так-так. Голубки все-таки решили к нам присоединиться. Не заскучали? Ты сам слышал, Ламберт. И потом, это не наше дело. Ох, Йен, рюмок у нас нет. Будешь из кубка пить? Хоть из банки. Может, не будем надираться молча? Хоть новостями обменяемся? А у тебя что, Ламберт? Было что-нибудь интересное? Не считая поисков Таулера. Да. У меня был контракт в Ланексетере. И, надо сказать, довольно выгодный. В Ковере золото немерено. Знаешь, сколько там дают за утопца? Циц, я сейчас рассказываю. Так вот, им докучал великан. Грабил караваны, народ в болото утаскивал. И гадил на большаках, которые из-за того становились ужасно скользкими. Хватит нагнетать, переходи к делу. Ладно, оказалось, никакой это не великан, а толстый лесной тролль. А караваны грабила шайка разбойников. И что ты сделал? Убил разбойников, чтобы на дороге было спокойно. Потом тролля. Награду за его голову давали. Ты прагматичен, как всегда. Мог бы иногда брать пример с Ламберта. Забыть хоть на время про идеалы и думать о деньгах. Я знал, что чародейка меня поймет.